Здорово, народ! Я в парке, и сегодня новинка от вкусной точки. Как это хиробора называется? Что-то с ананасами связано. Посмотрите. Мороженка на десерт. Сейчас скажу. Короче, затарился я на 748 рублей. Взял, значит, гранделюкс. Мне пипец понравился. Соус сладкий чили, куриные крылышки заценим из вкусной точки. Три штучки взял. Три штучки стоят 135 рублей. Соус стоит 40 рублей. Гранделюкс 185 рублей. Так. И креветки 6 штук я взял. 6 штук 269 рублей стоит. Ну и вот этот Айс Делюкс ананас 119 рублей стоит. Вот ценники, короче. Зацените. Ладно. Дали мне ложечку. Да хера салфеток. Блин, прям хочу попробовать. Что ж это такое? Сразу прям ананасики. Оно чуть-чуть подтаяло. У нас замечательная погода. Ебать, какая вкусная штука. Кусочки хрустящие ананаса. Так. Давайте. Вот такой вот соус. С замазанной хироборой. Сколько ж они тысяч штук наделали, что до сих пор не могут. Буковка М здесь замазанная, бля. Ой, так хорошо в парке. Так радостно в душе. Моя ты курочка. Вот прям, знаете, вот прям так хорошо. И тепло прям вот так. Мне последний раз тепло так было, знаете, когда я под дождь попал. И вот он льет на тебя вот так вот. Прям на лицо так, тепленький такой вот. Вот и даже не важно, что снег за окном. И ты такой счастливый. И она взяла за это с меня всего 2200. Вот. Короче, коробка, креветки. Из вкусно и точка. Во. Смотрите. Заценим сейчас. Так, сначала без соуса хочу откусить. Ну, большие такие. Соусом. Бля, охуенно. Я что, вслух матерюсь? Дети, закройте уши. Это капец какой кайф. Ядрить твою. Намного круче, чем в Бургер Кинге. Намного. И больше они. Там в этом Бургер Кинге, блядь, недоебанные червячочки маленькие, блядь, какие-то. Так, крылышки. Три штуки, вот такой пакетик. Люди караебятся. Гуляют. Ух ты, смотрите. Смотрите, у меня две вот таких вот, как оно, плечо и одно предплечье. Ну, давайте попробуем. Как ножка, короче, получилось. Ты, блядь. Блядь, ну что я могу сказать? Охуенно, как в KFC. Люксовый люкс, просто. Я балдю. Не засвечивает так. Нормально. Тетка идет, палит такая. Что я делаю? Здравствуйте. Креветки бомба, честно говоря. Крылышки вообще ништяк.
Просто, блядь, молодцы. Мороженое вот это, Ice Deluxe. Блядь, пиздец, вкусное. Да хватит материться, задолбал. Grand Deluxe. Вот в такой коробочке. О. Ой, этот запах. Ну, Макдональдс, блядь, один в один. Вот, блядь, ну что вы хотите, кого наебать? Смотрите, что внутри. Огурчики. Вот это мне нравится. Помидорчик, смотрите, вот эта капусточка. Салат или что это за хуйня. Огурчик маринованный. Сырок. Как котлетка. Котлетка, блядь. Вот так. Стой, сука. Блядь. Давайте пройдемся с вами. Там позади меня озеро. И там лебеди, утки, короче, плавают. Ну, чтоб если не спиздили, я вам покажу сейчас. Зацените мои педали. Я сегодня красавчик. Какое озеро красивое. Смотрите. А вон там лебедь. Блин. Еще бы вороны не каркали бы, блин. Было бы вообще. С сыном бегает. Когда-нибудь у меня так будет. Малая мне родит, короче, сына. Скажет, я устала, я пошла спать, а я с малым вот так на пробежечку. Мечты, мечты, мечтай. Хуёв тебе тачку и сарай, сиди перебирай, блядь. Какие дети, ты чё, ёбнулся? А, блядь. Майонез. Гуляют, короче, люди кайфуют. У нас, короче, день города сегодня. Везде кипиш-мипиш, там что-то какие-то соревнования, там что-то орут, бля, там... Это выставки. Сейчас поеду погадаюсь. Может, что мы засниму для вас. Да, очень вкусно. Креветочки просто. Огонь, блядь. Мужик с телефоном ходит. Прям сквозь деревьев идет, смотрит, пизды как дерево. Уже по лесу, блядь, с телефонами, блядь. Макнем. О, блядь, что-то рука аж трясется. Так что, креветки огонь. Я сделал обзор, малая, можешь брать. Люксовые. Прям, чувствуется, ее много, панировки не так много. О, отец сына второй круг уже хиярит. Вот малой молодец, смотри, не отстает от бати. Хотя я не знаю, может, это не его сын. Может, это его отец, наоборот. Малой того здорового. Отец. Здорово, отец. Ой, бой. Ой, бой. Все, хана креветкам, блядь. Так.
крылышки. О, плечика, предплечика. Так, что это такое? Здесь мусорка. Я косточки кладу сюда. Выкину мусорку. С собаком нельзя же куриную кость. Всю жизнь давал собакам куриные кости. Блин, если бы я их не давал, они бы вообще с голоду сдохли. Не было жрать. Вот у меня только косточки были там. В моменте. Читка моя бы померла бы. От голоду. А, вы знаете, они слегка острые. Слегка. А вы заметили то, что в KFC острые крылышки вот реально не такие острые. Вот прям реально. Блин, и соус уже все хана. Ну вот, вкусная точка. Слегка остренькие. Там можно выбирать, короче, остроту. Во вкусная точка, когда там на экране заказ делаешь, можно остроту, по-моему, выбирать, что-то такое. Либо я что-то там ебался, по-моему, можно. Блин, и в KFC, по-моему, можно, не? Так, что-то прям вопрос. Кто шарит, напишите в комментариях, можно остроту выбирать или нет. Что-то не особо придал этому значения. Соус такой классный. Люди ходят, гуляют, кайфуют. Ну и что же? Мороженка. Угу. Как снять эту холодность? Вот так. Берешь, снимаешь. А вот теперь смотрите. Новинка. Бля, как вкусно вот это. Ананасы вот эти вот. Ой, кайф, оно подтаяло. Все, я в раю вообще просто. Вот. На лавочке сижу в такую прекрасную погоду. Ем замечательное мороженое. Просто очень вкусно. Блин, его так много прям. Стакан такой. За 119 рублей по кайфу. Блин, что это за кусочки такие вкусные? Я такие, ну, вот ананасы купишь, они не такие вкусные. Может, какие-то мини сладкие прям. Это кайф, смотрите. Угостить? Нахавай, кусай. Куда, блядь, пол мороженого я? Купили мне мороженое в вафельный стаканчик. Я его вот так облизываю. Батя говорит, дай кусить. Я чуть-чуть. Вот первый раз, когда его кусь, его иный. И вот так вот осталось. Все, одним укусом все мороженое, блин. Я давай ныть, орать. А он смеется, заливается. Все мороженое укуси. Да купим тебе еще, блин. Блин, капец, как вкусно. Офигеть. Просто бомба. Пушка, соска, нереалка.
Это ништяк. Сюда вообще. Блин, оса прилетела, короче. Хочет пожрать бургер мой. Это кайф. Вот такое вот озерцо. Офигенно вообще. Добьем мороженку на берегу. Блин, жалко, лебедь далеко. Там где-то. А вон утки лазят. Ишь, лазят. Это кайф. Спасибо вам. Запить-то забыл, короче, смотрите, вот такая вот из Южной Кореи вода, вулканическая вода с острова Чеджу. Попробуем. Ну, знаете, вода как вода, ну, неприятного запаха нет и вкус нормальный. Бабка там разрывает. Прикол. Театральный проезд номер один. Перекрыт центр. Когда еще такая возможность появится? Здесь вечный поток, река машин всегда. Только на праздник можно спокойно тут походить по дороге. Кайф. Короче, в бубях сегодня вот ЦУМ, и я, мне пофигу, я король ЦУМа нахуй. ЦУМ, ебань, это круто и дорого. Там все молчат, но почему? Почему они не орут? Ебать, 250 тысяч за тапки нахуй, да вы охуели. И всегда тишина почему-то. Всем похую, никто никогда ничего не покупает здесь толком, только, может, блогеры какие. А мне до пизды, я король ЦУМа, блядь. Сейчас покажу, где я нахожусь, короче. Чтобы
бы знали. Бентли, ебать, там Феррари, Шмарари, вот это центральный детский магазин. Там Метрополь. Я просто немного в сторону ушел. Да, это что-то с чем-то. Такое бывает редко. Чего они в этих коронах каких-то ходят? А туда я дальше, короче, не пошел. Я подошел к полицейским. Я говорю, что там происходит? Он говорит, да фиг его знает, мы там не были. Я говорю, с велосом нельзя? Он говорит, не, нельзя. Ну и тут пристегивай, говорит, мы поохраняем. Я говорю, да не хочу. Времени уже мало, короче. Ну, блин, это вообще, короче, нонсенс. Для меня это удивительно. Здесь всегда поток машин. Всегда. И тут вот так вот раз, праздник. Эх. Праздник в душе. Это вот... Мне так хорошо и жарко было, вот когда на море у меня писюн сгорел. Я так лег. Сметана его намазал и уснул. Проснулся, сметаны нет. И мне приятно, и коту, который рядом облизывался. Что за шутки, блин? Дебильный, сука, извращенский. Чё-то скачутся на ТикТоке, походу. Что, прикольно танцует, смотри. Пацаны, вообще, ребят, четко, могете. Через горы, через реки быстрые, над лесами, над полями, башнями, горлицею быстрой белокрылою полетело княже послание. В тот же миг, как было оно вручено, Святослав с дружиною отважною поспешил к Москову граду выступить, быть в союзе братском с князем Юрием. Yeah.